Приветствую тебя, дорогой зритель! В этом видео у нас распаковка огромной посылки, в которой 10 товаров с интернет-магазина agroretail.com.ua. Магазин AgroRetail специализируется на средствах защиты растений, продажей удобрений и семян. Но если открыть каталог товаров, то можно увидеть разные категории. Вообще в этом магазине более 9000 товаров. И нас этот магазин привлек качественным обслуживанием и большим наличием товара и низких цен. Здесь есть садовый инвентарь, есть семена, есть даже ветеринарная аптека и много нужных товаров. И если вы живете в Украине, то этот интернет-магазин, думаю, и вам понравится, как и нам. Ну и теперь давайте посмотрим, что находится в этой посылке. Ведь все товары, которые мы выбрали, они действительно нужны для дома и для растений. Упаковано все было очень хорошо. Вечером с Валюшей оформили заказ, выбрали нужные нам товары и через 2 дня получили в отделении новой почты. Итак, начнем. Первое, это у нас лейка для полива из пластика с емкостью 1,8 литра по цене 35 гривен за штуку. Кстати, если вы хотите купить оптом, нажимаем сюда, и здесь у нас показано, что можно от 5 штук купить за 28 гривен. Отлично подходит для полива комнатных растений. Следующий товар – это флакон с распылителем емкостью 0,6 литров по цене 30 гривен 50 копеек. Применение его широкое, можно даже использовать во время глажки, но Валюша его заказала, чтобы использовать в обработке комнатных растений. Далее удобрение от вредителей емкостью 300 мл от фирмы Quitafor. Для удобства использования имеется распылитель по цене 35 гривен. Еще одно средство защиты – инсектицид Миледи спрей 500 мл по цене 36 гривен. Ну а это удобрение для пальм. 250 мл емкость, и мы покупали за 23 гривны, а сейчас уже даже скидка 18,80 на момент обзора. Кстати, это оптовая цена, даже если брать в розницу. Отлично. Дальше товар у нас покрупнее, да и другой специфики. Это полумаска «Кедр» с противогазовыми фильтрами А1П1. Эта маска комплектуется уже угольными фильтрами и защищает от воздействия газов, паров, также блокирует опасные вещества, такие как спирт, газ, бензол, эфиры. Такая маска предотвращает попадание в органы дыхания пыль разного происхождения, например, угольная или металлическая пыль. Также, когда вы работаете со сваркой или, например, масляный туман, защищает от радиоактивной или растительной пыли. Цена этой маски 240 гривен. Если покупать оптом, то цена будет 193 гривны от 5 штук. Следующий товар – это у нас льняной коврик для выращивания микрозелени длиной 1 метр. И если вдруг он вам кажется некрасивым, на самом деле красота здесь не важна. Он природного происхождения, и его цель – держать влагу, а сверху уложить семена. Выглядит это примерно вот так. Ну и мы также хотим выращивать у себя микрозелень. Для себя, конечно. Цена этого коврика 13,80 за 1 метр. Также заказали рабочие перчатки из ПВХ с резиновым рисунком. Они на мою руку самые большие, они очень удобны и практичны в работе по дому или же в гараже в мастерской. Их цена 17,50 за пару. Ну а Валюша, чтобы уберечь свои руки в работе по дому, заказала хозяйственные перчатки, крепкие, резиновые, и цена их 22 гривны. На упаковке они изображены желтые, но внутри они красного цвета. Даже на мою руку отлично подходят. Крепкие и надежные, и будут выполнять свою задачу. Ну и последний товар, самый дорогой. Это у нас кусторез, но полный обзор мы сделаем в отдельном видео. Расскажем, как он настраивается, что он умеет, и проверим его в работе. Обязательно подпишитесь, не пропустите этот обзор. Хороший интернет-магазин с подобными товарами достаточно непросто найти, особенно там, где проверено и временем, и отзывами, а отзывы здесь реально не накрученные. Поэтому ссылку на этот магазин и на все товары из этого видео мы оставляем в описании под видео. Думаю, вы оцените труды лайком. До встречи в новых видеопроектах.